Всем привет, канал Belarusian Leon. Сейчас я приехал проходить техосмотр. Сейчас 5 января 2021 года. Главное изменение, что с 1 января этого года отменили госпошлину. Вместо этого будет транспортный налог, который нужно будет оплачивать не во время техосмотра, а во время, по итогам года. Примерно в ноябре 2021 года надо будет оплатить. Будет оплата через налоговую идти. Когда я приехал в 9:30 утра, в очереди было передо мной 10 легковых машин. Я так понимаю, грузовые и легковые здесь отдельно идут по линии. Сейчас очередь движется, то есть осталось машин штук 7, 6, 7, что-то в этом роде. Постараюсь снять, как буду ехать по линии, если, конечно, мне разрешат снимать. Если не разрешат снимать видео, тогда буду пытаться скрыто снять, но хотя бы подачу документов, оформление я вам постараюсь снять. Может, кому-то будет полезно, кто первый раз проходит техосмотр особенно. Поэтому оставайтесь, не переключайтесь. Дальше буду продолжать снимать. Вот въезд на диагностическую станцию. Впереди ворота. Слева будет вход. Туда идем оформлять документы. Оформление документов нам понадобится водительское удостоверение и техпаспорт на машину. Вот с этими документами мы идем, оформляемся, оплачиваем. Внутри уже снимать не буду, покажу, что будет в итоге. Вот. Сходил я, оплатил. 19.50 стоило прохождение самого техосмотра в этом месте, куда я приехал. Дальше надо будет еще наклейку оплатить. Все. Езжаю на линию. Здесь как не тушите знак аварийной остановки. Куда вы пойдете?
передачи отпустили тормоз. Стояночный тормоз. Нажимаем. Еще раз. Еще раз нажимаем. Пускать? С ручника сняли. Сейчас. Тормоз отпустили. Снялся? На тормоз нажимаем. Тормоз обычно? Не торопясь, плавно нажимаем. Нажимаем плавно. Вперед проезжаем. Стоп. Нейтральный ручник. Thank you.
случился. Ну вот, проехал я по линии. Сейчас, когда проехал по линии, мне выдали карту, что у меня соответствует машина. Соответствует. Вот. Сейчас меня отправили на сверку номеров. Жду, пока сверят мой номер. Когда я прошел линию, я выехал отсюда, и меня отправили на сверку номеров. Она здесь рядом находится. Ставим сюда машину и ждем, пока придут проверить номер. Дальше берем все документы. Чек, водительское, техпаспорт, диагностическую карту после сверки номеров. И идем в техосмотр туда, справа. Подаем эти все документы. Вот это заветное разрешение, пройденный техосмотр. Сейчас это не наклейка, а вот такая вот бумажка. Чтобы ее получить после прохождения техосмотра, вам нужно оплатить разрешение за допуск к участию в дорожном движении. Стоит 8 рублей 70 копеек, если я правильно помню. Лучше оплачивать в ЕРИПе, чтобы не было комиссии. Я под видео как пошагово платить оставлю инструкцию. Кому-то будет полезно, либо оплатить в банке, предварительно надо. В кассе самого техосмотра за это разрешение деньги не берут, хотя раньше брали. Раньше все оплачивал на месте, но сейчас либо в банке, либо ЕРИП. Банк вроде бы 2 рубля берет, в ЕРИПе это без комиссии. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал BeenRussianLeon. До новых встреч, пока!